Говорит, Рамай, Сын Дух Святой, потому что много сказано, и о многом я напоминаю тебе, говорит Дух Святой. А ныне хочу сказать тебе, народ мой, не живи по законам и уставам человека, говорит Господь, Рамай, Сын Очи, по закону выживает сильнейший, Рамай, Сын Дух Святой. Но я хочу, чтобы ты поднял знамя победы, говорит Дух Святой, Очи, ибо в единстве и сплочении, когда ты подставишь плечо слабому, говорит Господь, и окружишь своей любовью, и окружишь своей молитвой ходатайственной. Вот таким образом ты покажешь любовь мою и свет этому миру, говорит Господь, Рамай, Сын Авочи. Если упал, подними, говорит Господь, Рамай, Сын Дух Святой. Если ослабел, поддержи, говорит Господь, Рамай, Сын Дух Святой. И не замыкайся в себе, говорит Господь. Смотри глазами моими, ищи таковых, говорит Господь, чтобы на руках молитвы понести народ мой, Авоотче, Рамай, Сын Дух. Ибо только так ты сможешь пройти, говорит Господь. Тогда этот монолит, он будет пробивать стены неверия, говорит Господь, Авоотче. Тогда сила Духа Святого будет пребывать в тебе и на тебе, говорит Господь. Потому что я тебя готовлю для брани, говорит Дух Святой, Авоотче. Для брани духовной, Рамай, Сын Дух Святой. Не на жизнь, а на смерть, говорит Дух Святой, Отче, чтобы ты смог побеждать и наступать на всякую вражью силу, народ мой. Я хочу, чтобы вера твоя была твердая и непоколебимая, говорит Господь, потому что я для этого тебя призвал, говорит Дух Святой, Отче. И не время, говорит Господь, смотреть на проступки другого. Время взывать, тревожить небо, говорит Дух Святой. Время становиться в проломе, Рамай, Сын Отче. Становиться в эти ущелья, Рамай, Сын Дух Святой. И ограждать ходатайственной молитвой стан мой, говорит Дух Святой. Народ мой, поднимись в молитве, говорит Господь, Рамай, Сын Отче. Я не хочу, чтобы ты блуждал своими мыслями, кто и как живет, кто как проживает, кто как поступает, где находит финансы. Я хочу, чтобы ты обратил взор свой к небу, откуда приходит помощь моя, говорит Господь. Я не опаздываю милости своей, говорит Дух Святой. Я хочу, чтобы ты твердо знал путь, по которому тебе идти, на который я поставил тебя рукою своей милующую, говорит Господь. Я открылся тебе в силе и в духе, говорит Дух Святой. Я не оставил тебя без наставления и обличения, говорит Господь. Я не оставил тебя без обличения. Я не оставил тебя без исцеления. Я не оставил тебя без освобождения, говорит Господь. Я предупреждаю тебя каждый раз, где тебе остановиться и на что обратить тебе внимание, говорит Дух Святой. Потому народ мой, преклони ухо свое к тому, чтобы слышать, что говорит Дух Святой ныне, говорит Господь, Рамай, Сын Авочи. Не блуждай по просторам интернета, говорит Господь. У тебя есть слово, да, и аминь моя, истина и мудрость моя, говорит Дух Святой. Вникай в слово мое и склоняй колени сердца своего, говорит Господь. И тогда глаза твои духовные, они будут открыты и правильно видеть, говорит Господь. Я ныне обращаюсь к сердцу твоему, народ мой, Авоотче, потому что ты избран мной для того, чтобы светить в этом мире, для того, чтобы показать, что есть Бог живой в жизни твоей, говорит Дух Святой. А я сильный, я всемогущий Бог, говорит Авоотче. О, народ мой, Рамай, Сын Дух Святой, склони вую свою под крепкую руку мою, говорит Господь, и не ищи поводырей, я твой поводырь, говорит Господь. Я тебя проведу по этим стезям, говорит Дух Святой, и даже если взор твой затуманится, я светом истины своей открою тебе, куда направиться тебе, говорит Господь. О, народ мой, я неоднократно тебе говорил об этом, а ныне настаиваю на том, чтобы ты обратил взор свое слово мое, говорит Господь, чтобы тебе не заблудиться, не совратиться с пути моего, говорит Дух Святой, Отче. Милость моя, она протянута к тебе, к этому стану, говорит Господь, потому что сколько было падений и разногласий, говорит Господь, но я своей рукой созидал и ставил и поднимал, говорит Господь, и ныне я утрачиваю твой фундамент, говорит Дух Святой, а ты приложи все усилия и старания для того, чтобы исполнить волю мою, наставление мое, говорит Господь, Рамай, Сын Авочи, чтобы милость моя не отошла от народа, Рамай, Сын Дух Святой, чтобы сила моя, она пребывала в тебе, чтобы славилось имя мое. Аминь.